После боевого задания в Сирии в пункт базирования вернулась вся авиагруппа Северного флота. Самолеты, вертолеты, палубные авиации перелетели с крейсера «Адмирал Кузнецов» на аэродром в Североморске. Все задачи выполнены, и вот, наконец, теплый прием дома. Репортаж Алексея Крепанова. С палубы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», что сейчас в акватории Баренцева моря, сюда на аэродром в Североморске лететь около часа. Один за другим МиГ-29 и Су-33 возвращаются на знакомую полосу. Поднимая клубы снежной пыли и исчезая в лучах зимнего полярного солнца, самолеты садятся в сложных условиях сильного ветра и метели. Но для летчиков Северного флота это привычное дело. Признаются, куда сложнее было адаптироваться к средиземноморской жаре. Прямо из кабины приветствуют встречающих. Дома они не были почти 4 месяца. Ура! 400 боевых вылетов, каждый четвертый в условиях ночной видимости. Причем боевые задачи впервые в истории военно-морского флота России летчики выполняли, взлетая с палубы авианосца в Средиземном море. Ни одного дня не обходилось без того, чтобы не давали оценку. Ну, мы даем положительную, значит, а кто-то дает отрицательную. Но даже зарубежная пресса отмечала то, что, значит, великолепные машины и в первую очередь отличные летчики. По официальным данным, в Сирийской Арабской Республике самолеты поразили больше 1000 объектов террористических организаций, действующих в стране. Это штабы и пункты управления боевиков, скопления военной техники, огневые позиции и опорные пункты террористов. В операции задействовали 40 летательных аппаратов. Не только самолеты, но и вертолеты. К-29, К-27 они тоже сегодня вернулись домой. Торжественное построение у боевых машин как финальная точка для них долгой и сложной боевой операции. Ну а через неделю в Североморске снова радостная встреча. Из похода возвращается флотский флагман, авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и атомный ракетоносец «Петр Великий».